Ночные гости. Выходные дни мы с Володей, моим приятелем, обычно посвящаем любимому занятию – рыбалке. Как правило, ездим на озеро, в одно и то же место. Поставили шалаш, оборудовали становище, держим там постоянно нехитрую утварь и немудренное рыбацкое снаряжение, десяток удочек, чайник и котелок. Вечерний клев был удачным. После ужина мы долго сидели у костра. Положив голову на вытянутые лапы, рядом с нами дремала собака-малыш. Разбудил нас его лай. Лаял малыш как-то особенно, не злобно, а скорее удивленно. Потом он громко взвизгнул и отскочил от куста, под которым мы упрятали остатки стряпни. Раздув огонь, мы обнаружили у куста ежа. Никогда не видал такого большого и старого ежа. Длинные иглы от долгой жизни порядком выцвели, некоторые были поломаны. Свернувшись клубком, еж угрожающе шипел и фыркал, то и дело слегка подпрыгивая, стараясь уколоть нас, как и малыша. У того на носу были явственно видны следы ежиной агрессии, капельки крови. Но малыш упорно не отходил от ежа и все пытался его подеть. Вдруг еж решительно развернулся, появились черный пятачок и живые бусинки глаз. Ночной гость двинулся к привлекательному кусту. Но когда Володя предложил пришельцу кусок булки, намазанный сгущенным молоком, еж моментально изменил свое намерение, довольно похрюкивая, стал уплетать угощение. После булки он отдал должное кусочку краковской колбасы, но от вареной рыбы решительно отказался и удалился восвояси, провожаемый недоумевающим лаем малыша. В следующую субботу мы опять поехали на озеро. Когда стемнело, малыш заволновался и возмущенно залаял. В ответ на его лай из-за куста, выкатилась большая серобурая кочка и засеменила прямо к нам. Мы так и ахнули. Неужели наш еж? Да, это был он. Подбежав к Володе, еж требовательно захрюкал, и получив свое угощение, немедленно принялся за дело. Свой отпуск в прошлом году мы решили провести на озере. В первую же ночь старик, так мы прозвали гостя, который прибыл к нам с визитом. По-прежнему он признавал только Володю, и тот ужасно этим гордился. Так и зажили мы вчетвером. К ночи он регулярно являлся, как на поверку, заправлялся, изредка дремал у костра вместе с малышом, с которым как-то незаметно сдружился, а перед рассветом исчезал. В один из вечеров еж явился не один. Вслед за ним к костру подкатились три темных колобка, ежата. Старик оказался ежихой. Ежата быстро освоились и деловито засновали по становищу. Ели они практически все, но особенно любили сгущенное молоко. С этого вечера они стали навещать нас всей семьей. Любопытно было смотреть на спящего малыша, к боку которого привалилась дремлющая ежиха, окруженная тремя колобками. Отпуск незаметно кончился. Оставшиеся продукты мы перед уходом высыпали под памятный куст, туда же поставили глубокую тарелку, наполненную до краев сгущенным молоком, прощальное угощение нашим лесным соседям. Очень удивил нас пес-малыш. Он долго метался по кустам. Не хотел уходить со становища, скулил и просительно заглядывал нам в глаза. Только поздней осенью, на денек-другой удалось выбраться на наше озеро. Но уже никто не нанес нам ночного визита. Хотя мы долго ждали и втайне друг от друга надеялись, скорее всего ежиха увела свою семью в сухую чащобу, на зимнюю спячку.